Помните про грамотное очищение. Если кожа жирная, то даем предпочтение гелю. Если кожа сухая, нормальная, выбирайте текстуры пенок или кремов. Тонизация по желанию, увлажняющий питательный крем, также в зависимости от состояния вашей кожи, но про это не забывайте. Ну и самый главный продукт, который обязательно должен появиться на вашей полочке, это солнцезащитный крем. В черте города можно выбирать продукты со значением SPF 30, ну а если вы планируете позагорать или куда-то выехать на дачу, к озеру, к речке, то обязательно обращайте внимание на солнцезащитные кремы со значением SPF 50. Наносим их и на лицо, и, естественно, на тело. Обновляйте каждые 2 часа и после каждого купания. Ну и, естественно, не забывайте выбирать солнцезащитный крем в зависимости от типа вашей кожи.